светятся вязки, пуговки и блоки. Разноцветные лампы хрустят под ногой. Он пойдет проводить тебя до остановки. Ты вернешься домой, завтра утро совсем другой. Скажет тебе, что нельзя, а что можно, если только ты знаешь, что такое нельзя. Остановиться уже невозможно, ты вернешься домой, обнаружишь себя совсем другой, совсем другой. Пора ставить точку, но в дверях изогнувшись трамвайной дугой, сумасшедшая мама грызет свою дочку за то, что явилась под утро совсем другой. Значит, все наяву ничего не приснилось. Странная жизнь на грани зла и добра. В этом мире хоть что-то наконец изменилось. Ты вернулась домой и такой, как вчера. Совсем другой.